И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен второй замечательной части нашего нового аккаунта от новобранца до легенды на страйкерочке. На момент записи данного видеоролика у нас сейчас 8 часов, 8 часов вечера. И, как мы и договаривались, смотрим на лайки. На данный период времени 178 лайков у нас уже есть на первой части. А за каждые 10 лайков мы открываем по одному контейнеру. И так мы, по сути, будем в каждой новой серии начинать серию с открытия контейнеров. Открываем сразу авансиком. Я более чем уверен, что до завтрашнего дня, до, можно так сказать, суток полноценных, то есть у нас при любом видосе, когда выходит, будет сутки проходить, и мы за эти сутки смотрим, какое количество лайков набралось, столько контейнеров открываем. Я уверен, что 200-очка будет уверенная, поэтому сегодня мы сразу со старта открываем 20 контейнеров, и уже как-то бодренько, уверенно начинаем. Это первые контейнеры на этом аккаунте. С 10 тысяч начинаем. Очень хорошо, очень круто, очень достойно. 3500 сверху. Все конты я буду открывать только по одному, потому что мне нужны кристаллы на этом айке безумно. И то, что они мне сейчас падают, это шикарно. Мексика, первая краска. 3 дня премиума, то, что надо. Сегодня у нас начался новый челлендж. Начались новые замечательные бонусные ивенты, на которых тоже можно будет зафармить, поэтому я надеюсь, что в течение этих 3 дней мы вместе с вами сможем неплохо подфармить. Так, я уже, если честно, сбился, сколько я открыл, и открыл уже 12, если я не ошибаюсь, было 68, да, 68. Открываем еще 6, я просто так разогнался, уже по ощущениям хотел все открыть, но нужно не забывать, что у нас на титан падает иммунитет, ой, не иммунитетик, защита от поджога тоже очень неплоха. 3500 сверху, 50 батареечек, батарейки мне нужны будут, и еще 2 открываем. 1 и 2. Вроде как все правильно, вроде как все правильно. Безумно благодарен вам, что вы поддержали эту всю тему, эту рубрику. Для меня это очень важно, если честно. Надеюсь, что мы вместе с вами теперь будем все это дело очень грамотно реализовывать. Получаем опачки, красиво, 2500. У меня 50 тысяч кристаллов. Сразу же отправляемся в гараж, сразу же отправляемся на прокачку моего уже нагибаторского дрончика. Плюс будет на выходных еще скидки, можно будет еще тоже подкачать это дело. Бруто уже начинаем качать, уже начинаем на нем играть. Я не знаю только, почему у меня часы не пошли на нем, но по идее уже и часы тоже должны были идти. Так, и мне на все про все, друзья, для моей мечты надо 150 тысяч кристаллов, поэтому я очень сильно надеюсь, что за эти 3 дня мы вместе с вами сможем накопить это количество кристаллов. Расходка у меня теперь есть, теперь можно будет уже и красиво накидывать. Так, наша задача за сегодняшний видос — постараться выполнить все заданочки. Контейнеры открыли, все сделали. Так, Хоппер, Крусейдер, Арес, Паладин. У меня таких корпусов нету. Но эти все заданочки я бы хотел бы выполнить. 50 овердрайвов, повышенный урон, повышенная защита. Короче, друзья, если я сумею выполнить все вот эти вот замечательные заданки, то я уверен более чем, что мы вместе с вами будем вынуждены какой-то этот корпус приобрести, либо просто на нем сыграть и набить 100 киллов. Но пока что я этого делать не буду. Наша задача, как я уже сказал, выполнить заданочки. Штурм мы меняем. Но нам все равно штурм падает. Я думаю, что в штурм мы сегодня уже не успеем, ничего не сделаем. А вот командный боечек, хороший, уверенный, мы вместе с вами сегодня, я думаю, что выполним. Все-таки, ну, в штурме 2 катки, это будет очень и очень долго, при том, что сегодня у нас еще 15-минутный бой. Я думаю, что одного боя для второй серии нам хватит. Но я вам могу лишь сказать, друзья, продолжаем. Продолжаем лепить лайкозавров сюда, на эти замечательные видосы. И
Быть может, даже не придется покупать дистанционочку мою. Может, она мне просто с контейнеров упадет. Может быть, мне повезет. Но я не уверен, конечно. Что все это дело будет так складываться, решил я сегодня все-таки записать эту вторую серию. Думал, что я уже завтра с утреца буду ее записывать, но чтобы у нас завтра она вышла, нужно сегодня ворваться. Так, очень медленно все крутится. Страйкерочек, это, наверное, первый бой на страйкере, да? Я на страйкере не играл. И плюс ко всему прочему, сегодня у нас страйкера еще и апнули. То есть я начал записывать видосы на новом аке и апнули страйкер. Это просто комбо. Я не ожидал, что такое будет. Ну, конечно, с Макутом тоже апнули. Но главное, что нам апнули страйкерочка, который мы вместе с вами сможем очень-очень быстро прокачать. Так, командный бой. Полторулик, да, мне надо всунуть? Полторушку. А, я могу уже расходку прожимать, я забыл, что у меня уже расходка есть на этом маке. Я что-то без расходки катаюсь. Забыл, что у меня уже все, я богатый. У меня есть припасы. Хотя бы по ДДшке могу прожимать смело. Ой, какой критически хороший залетел. Будем сейчас стоять на уверенном. Здесь за счет верхнего прострела очень четко можно попадать. Конечно, с дистанционкой я бы мог очень неаккуратно бы стрелять. И все равно бы попадал бы по оппоненту. Здесь, конечно, немножко потяжелее. То, что надо более прицельно стрелять и накидывать урончик. Но ладно, ничего страшного. Мы и так сможем уничтожать здесь всех подряд. Ну и понятное дело, что это фул-расходочка, которую диктатор мне дает. Это вообще шикарный бонус. Также видел в комментариях то, что очень много ребят писали, что тоже создают новые аккаунты, что я их застимулировал создать новый акк. И то, что будет тоже вместе со мной прокачиваться. Если вы один из тех, кто уже качается, можете, в принципе, например, отправить заявочку в друзья. Я думаю, что на выходных, а именно завтра, в субботку, тот самый день, когда вы смотрите этот видеоролик, я думаю, что получится даже постримить на этом аке. Немножко подкачаться, попробовать чуть-чуть побольше выполнить супермиссии. Ну и я сделаю отдельный плейлистик по этому аку. И вы, в принципе, сможете ничего не пропускать. По этому плейлисту сможете сразу все видосы лицезреть. Так, у меня вообще 270 ддшек, и 270 ддшек это очень хорошее количество. Я почему-то думал, что мне мало нападало. Я вообще могу смело фул расходку постоянно жать, потому что, ну, за одну катку и вообще за заданки, которые я буду выполнять, да, то есть я же не собираюсь особо прям безумно большое количество времени проводить на этом аккаунте. То есть, по сути, если я буду выполнять просто заданочки, открывать контейнеры, то у меня всегда расходка здесь будет. И я думаю, что я даже уже больше не столкнусь с той ситуацией, что у меня не будет припасов. 250 уже очков набили, неплохо. Катка тут, скорее всего, конечно, досрочно закончится. Ой-ой-ой, это что за второго ворона-то тут закинуло какого-то уверенного. 1650 ГС, нифига он жесткий. Какой-то крутой тип. Какой-то крутой тип, там с фул расходкой сразу улетает. Что-то нарко есть, блин. Прикольно. У меня вот нету расходки, почти. Шучу. Есть, конечно. Так, ну надо все равно аккуратненько здесь играть. Потому что если такие опасные типы против, то, может быть, будет тяжеловато здесь выиграть. Че, гром у него какой-то жесткий, с двух выстрелов меня снимает. Прокачанный, походу. Прокачанный какой-то пассажир попался. Так, у меня 80% овердрайва. Хотелось бы выиграть эту катку. Вот что хотелось, главное. Главное, хотелось бы выиграть каточку. Так, можно вообще и ДДшки тоже прожимать. Я что-то как-то с ДДшки начинаю. Может, даже лучше было бы с броньки начинать более аккуратно как-то катать. Вот это дико гром какой-то очень опасный. Ну прям столько урона вкидывает. Ну прям. Прям жестик, 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 жестик. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мы на таких жестиков не раз видели, не раз разваливали. Поэтому, в принципе, ничего страшного в том, что он жестик, я не вижу. Блин, ну, сейчас бы, конечно, с дистанционочкой бы как бы я бы ему дал красиво. Ай, к сожалению, видите как. Как грустно, когда ее нету. Как грустно. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Совсем скоро у нас она уже появится. Я вот единственное только не знаю, какая мне звонка нужна
чтобы следующую модификацию приобрести уже и диктатора, и страйкера, надо будет чекнуть. Я говорил в предыдущем видосе, что я посмотрю в Википедии. Ну, так я и забыл все это дело посмотреть. Так, ну и потиху противник начинает камбэкать. Мне это не особо нравится, что у них получается здесь что-то камбэкнуть. Там, по-хорошему, конечно, еще званочку бы поднять в этом видосе. В этом видосе хотя бы плюс одну поднять. Блин, он еще аптеки жрет, офигеть. Ну, это какой-то жесткий. Очень жесткий тип. Ну, там уже 12 на 2 идет. Я вообще ничего не могу с ним сделать. У меня еще и овер есть. И суета какая-то. Может, я ему сейчас дам? Быстро по голове. Ай, хорошо, супер. Залетело. По таймингу так. Запикался. Опа, овер падает. У меня 70%. Лишним точно не будет. Так, и что он будет делать? А, он хочет меня запушить. Да, держи в курсе, чел. Держи в курсе, чел. Я понимаю, что он думает, что он против какого-то крабика катает. Но, в принципе, он и прав, он против крабика играет. Против крабика, нобланика такого. Против ноблованьки. Так, мы все равно плюс 10 ведем. Дай-дай-дай, владыка, дай вылезу. Я вам же всем расходку дам. Вы все будете сразу нагибать с расходкой. А то вы все тут без расходки играете. Я вам тут сразу контенту дам. Чтобы вам полегче чуть-чуть было. Так, ну этот чел как будто реально что-то шарит. Уж он начинает по мне накидывать в спину. Именно мне накидывает. То есть он никому другому начинает накидывать. Именно по мне что-то палит. Он походу понял, кого здесь надо уничтожать, чтобы в катке все у него было на мази. Чтобы он смог нагибулить. Ну, в принципе, молодец, молодец. Ничего страшного, мы ведем все равно плюс 10. Было бы неплохо вообще стараться респить всех маленьких вот этих вот. Да, потому что, ну, каточку, как я уже сказал, выиграть я хочу. Соответственно, для того, чтобы нам ее выиграть, надо играть с умом. Надо не пушить в этого типа, который жесткий. Ну, стараться просто аккуратненько накидывать он по вас, по урончик, да? По хорёчку. Блин, не попал. Блин, офигеть! Ну как тяжело попасть-то без дистанционки, когда привык играть уже только на 10. Уже с обычным страйкером как-то не по себе становится. Уже ты вот этот клик делаешь дополнительный, думаешь, сейчас уничтожишь, а хоп, и нет никакой возможности у тебя дополнительной. Опа! Поздор, 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 поздор меня. Плюс новая званочка. Очень хорошо, очень хорошо. Так, овердрайв мне надо реализовать и постараться забрать центр. Не знаю, получится у меня забрать центр. Нет, центр уже, походу, нет, без шансов. Центр уже без шансов. Не заберу. Ой-ой-ой. Ну какой же жесткий тип. Какой же жесткий тип. Как же жестко он разваливает. Шучу, ничего не разваливает. Сейчас мы быстренько, быстренько, быстренько. На откатике, на откатике. Хорош. Тиммейт меня прикрыл. Оп. Кристаллик на базу. Я забыл совсем про то, что кристаллы тоже надо собирать. То, что кристаллы это наше все. Они же сами себя как бы не соберут. Так. 500 очищений у меня. 500 очищений всего лишь. А мне надо было 1500. Мне надо было набить. Мне надо было набить 1500. Вы представляете? Это значит, что я сегодня ни одной задалки не выполню. О, вот это я нубас. Но это вы сможете просто в комментариях написать. Ну ты и нубас. А может и сможем. Не знаю. Сейчас посмотрим. Я не хотел бы просто очень сильно затягивать. Первый видос у нас там получился на полчаса. Вы вообще, кстати, можете по этому поводу написать в комментариях, по сколько минут вообще оптимально вы бы хотели бы видеть видосы с этим аккаунтом. Ну, для первой части я говорил, что там нельзя было заканчивать на полпути, в связи с тем, что, ну, я бы даже в первой серии бы тогда бы до страйкера не дошел. А дойти до страйкера я, ну, просто мне необходимо было, я не мог не дойти до него. О, кстати, вышел тот чел. О, вышел. Фига себе, он понял, что он проиграет бой. И он решил не позориться, а просто вышел. Молодец. Молодец. Грамотный поступок с его стороны. Я бы на его месте так же самое сделал. Не, ну я бы играл, конечно. Ну, молодец. Ленул и ленул. Надо килы, 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 килы. Оп. Оп. Ищу. Куда ты столько живешь? Куда вы столько живете, молодые люди? Так, ну и... О, овер, 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 овер. Хороший разворотик.
Разворотик. А, как я это еще и с премочкой теперь-то оформлю. Я бы даже бы еще бы звонку не поднял. С премкой-то смотрите, поскольку... А, сегодня же еще и повышенные фонды. Так сегодня вообще опыт должен лететь, что бешеный. Да? А сколько я уже тогда поднял опыта? Ну, я что-то как-то не посмотрел. Надо будет посмотреть, сколько я за бой получу опыта. Только это я много получается. Я думал, что я мало опыта поднимаю. Так я наоборот-то... У меня x2 в игре опыт добавили еще дополнительный, да? То есть это x4 плюс премка, это x8 опыт. Я тут вообще по сколько очков получаю? За 5 вот этих вот. То есть если кто-то килл добирает, мне 60 дают? А за сам килл сколько дают? Я посмотрю, сколько за килл дают. За килл тоже, походу, очень неплохо наваливает контенту. Так, давайте попробуйте это слить. Тише, 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 тише. Хорошо. Бля, не заметил. Не заметил, сколько дали, если честно. Опять я не заметил. Так, но мне до звонки мы можем поднять еще успеть одну. Не? Или не успеем в этом бою? У меня 9000, мне надо до звания. Да немножко мне надо. 3000 всего лишь. 3000 это детский садик, правильно? Ого. Давай, давай, молодой. Толстенький. Толстенький, молодой. Оп. Оп. Хорошо. И оп. Блин, не добил. Еще. Оп. И добить. Добить. Теперь добить. Оп. Шикарно. Супер. 29 киллов. И еще. Еще, 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 еще. Давай добавки. Блин. Добавки. Блин. Не получилось, не успел. Не повезло, не фартануло. Оп, хорошо. Трицарик. Трицарик. Осталось 3000. 3000 до звонки. Ну, как мало. Блин, ну, к сожалению, конечно, не возьмем сегодня. Еще одну. Приколите, вот за один бой я бы получил бы два звания. Офигеть. Вот это был бы прикол. За один бой две звонки. Но это если бы, наверное, было бы ЦП. Если было бы ЦП. Мне кажется, за ЦПшку я бы за одну каточку бы мог бы поднять. Мне так что-то кажется. За одну цепулечку. За цепулечку я бы взял бы. Точно. Так, давайте, 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 давайте еще. Хорошо. И тиммейтам раздать. Ну куда ты бежишь, друг ты мой хороший? Я к тебе, а ты от меня. Что ж ты, дружаня? Не хочешь подарков? Я тебе с подарком, с приветом бегу. Помочь тебе хочу, друг ты мой хороший. А ты не хочешь. Что ж ты, дружанечка? Все, последний килл. Последний килл. 2500! Нифига, что так много? А что так много мне дали? 2500? Серьезно? А, ну да, повышенные фонды. Повышенный опыт. Блин, ну это рекордная катка. Это моя первая рекордная катка. На этом Аки. Блин, 2500 это очень круто. Это очень достойно. Блин. Прям вообще супер. И сразу у нас МК2 вооружения уже тут появились. Хантер МК2. Твинс МК2. Изидочка, но мне это все не надо. Модуль бы, может быть, какой-нибудь приобрести. Давайте, друзья, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой мне модуль приобрести. Какой модуль? Вот у меня есть возможность приобрести один модуль. Какой модуль приобрести? И вообще, нам нужно постараться выполнить этот челлендж. Если мне удастся выполнить этот челлендж, поднять хотя бы 49 уровень, получить 100 танкоинов, на 100 танкоинов я смогу себе раскрыть второй слот. Да. Я смогу себе второй слот открыть. Поэтому, ребяточки, нам нужно будет очень сильно постараться запотеть. Запотеть. Ну и, конечно, желательно, чтобы были такие заданки, которые я бы мог выполнить. Которые я бы мог выполнить. Хотя у нас, в принципе, видос идет еще не так долго. Давайте попробуем все-таки. Давайте попробуем добить эту заданочку. Я сейчас только хочу запикаться в такой бой, чтобы он уже был начатый. Чтобы вот как раз-таки мы скатали где-то, ну вот, минут 5. Это как раз будет тогда супер. Тогда я заберу эту заданку. Заберу эту заданку, получу еще один контейнер целый получу. Это очень будет круто. Это будет очень круто. Как раз вы теперь уже с активностью жесткой ставите лайки. Мне контейнеры будут... О, как я и хотел, как я и хотел. Только каточка проигранная. Скорее всего, нас тут респит жестко. Но ничего страшного, ничего страшного. 5 минут, вот. Блин, меня прям услышали.
Меня прям услышали. 5-минутная катка. Не совсем грамотный овердрайв, но прожимал я его только с точки зрения того, чтобы сейчас сразу же непосредственно быть на фул расходочке. Поэтому сильно не придирайтесь к такому овердрайву. Да, все-таки профессионалы овердрайвов мне сейчас сразу сказали бы, что я нубас, который не умеет жать оверы. Ну, я бы как бы с ним, с вами согласился бы. С тем человеком, который бы так сказал. Но у меня нет выбора. Надо было прожимать, чтобы жить. Чтобы жить. Нифига жик столько нагибаторских катает тут. Так мы еще одну звоночку успеем поднять. Сейчас мы поднимем еще штаб-сержантика. А на штаб-сержантике, мне кажется, что уже открывается возможность купить страйкер. Но у нас завтра в игре скидки, поэтому сегодня мы покупать его не будем. Да, и послезавтра у нас скидки на микропрокачки. И тоже еще и прокачаемся, вообще круто. Ну, вообще супер будет. Так, у меня пока двойная расходка есть. Я могу, в принципе, не прожимать овердру его пока что. Прожму тогда, когда будет мало хп. Если будет так сильно нагибать. Офигеть, а мы сейчас еще эту катку можем камбэкнуть, не? Да, мы можем камбэкнуть. Блин, не успел прожать. Можем камбэкнуть каточку. 25 киллов. Если 25 киллов сейчас дам. Ну, в принципе, таких ботиков накидало. Против. В принципе, если получится камбэкнуть такую катку, будет супер. Я буду очень рад, если мы камбэкнем. Я буду очень рад. Блин, давай, давай, давай. Давай, молодой. Блин, под сосульку попал. Не повезло. Блин, это сейчас по ощущениям я буду вообще один в этом бою играть. Давай, 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 давай. Давай раздам вам двоим. Блин, двоим не успел. Но одному раздал. Он, наверное, даже не понимает, откуда у него расходка появилась. И он так начал быстро бежать. Он такой думает, нифига, я быстрый. Скоростной. Да, блин, овердрайв бы сейчас бы забрал. Вообще шикарно было бы. К сожалению, овер не забрал. Но этот Давидик, я думаю, что даже не понимает, как использовать его. И как его реализовывать, этот овердрайв. Блин. Сейчас был второй клик, если честно. Я думал, что я на дистанционочке. Ну и лаг сервера. Блин, как же я люблю эту игру. Когда происходит все очень грамотно. Лаг сервер. Так, все, у нас новая звонка. Новая звонка и еще 23 килла осталось. 23 килла, чтобы... сравнять с оппонентом. Может быть, я даже успею. Может быть, успею. А если не успею, то будет очень близко. Очень близко будет. Мы играем вообще сколько? 3 на 3, да, эту катку? Все тут ребята повылетали. Мы играем... А, 3 на 4 мы играем. Это даже очень хорошо, что их 4. У нас 3. У нас бы хоть даже я бы один был бы. Было бы еще лучше. 2,5 минуты. Но по идее, в общем, не хватает времени, чтобы камбэкнуть этот бой. Мне хватает. Я верю, что мы успеем закомбэчить. Опа! Штаб-сержантик! Поздравляем! Поздравляем, ребяточки! Штаб-сержантик! Очень хорошо. Ну, это, видите, расходка просто есть. Расходка есть, и сразу совсем другая песня начинается, когда появляется расходка. Ну и плюс диктатор. Нужно не забывать, что диктатор здесь дает очень много плюсов. Очень много плюсов. Так, давайте, 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 Давида. Здесь я уже по полной начинаю расходку прожимать. Уже по полной программе. Так, 17 киллов. 17 киллов отрыва за 2 минуты. Но чисто в теории это реально. Чисто в теории это реально. Это реально камбэкнуть. Я верю, что это камбэчится. Овердрайв падает. Прожимаем один. Сейчас еще тиммейту раздам овер. Чтоб он тоже нагибал. Руханчик, руханчик, руханчик. Башенку поверни, руханчик. Давай, руханчик, давай. Туши их, рухан. Давай, давай, давай. 10 киллов, нам 1 минута еще есть. Давай, 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 давай. Это будет супер камбэчная катка. Это будет супер камбэчная. Просто за 5 минут будет супер камбэк. Шикарная катка будет. Если получится. Если получится, это будет вообще бомба. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Еще накидку. 50 секунд. 50 секунд. 4 килла. О, блин, больно. 7 киллов разница. 7 киллов разница. Блин, 40 секунд. Не успеваю, походу. Походу, не успеваю. Гагик там очень много пытается накинуть. Нетру прожимаю с респа. Да, 9 киллов отрыва. Ой-ой-ой.
Ну, почти супер камбэчная. Почти супер камбэчная заехала. А может, сейчас еще заедет. Может, я рано похоронил. Давай, пробуем. Пробуем. Главное не сдаваться. 18 секунд. Ой-ой-ой, это что такое? Это что его так долбить-то начало? Офигеть, я сомничтожился. В самый неподходящий момент я сомничтожился. Блин, офигеть, его долбит. Это читак какой-то. А, я читеру проиграл. Я читаку проиграл. Ну, блин, ну это был... Nice try, nice try. Камбэчная бы была бы вообще шикарная. Получили 600... Блин, так значит, что-то там с той каткой было не так. С той каткой... А, там же молодой против вышел. Он же вышел, поэтому там фонд был большой. А, все, я понял. Там был очень большой фонд в той катке. Ясно. Поэтому мне так много насыпало. Так, Васп, Титан, Молот, Магнум, Броненосец. Угу, спасибо, Броненосец, как будто он у меня есть. Так, я получил штаб-сержанта. И я не могу не прокачать ни Диктатора, ни Страйкера. Как так? Ни Диктатора, ни Страйкера. Серьезно? Диктатора не могу. Страйкера тоже не могу. Блин, странная вещь. А почему? Почему так долго надо на дикострайкере играть? Столько званий поднял, и все равно нету. Но зато мы выполнили вместе с вами заданочку. Полторушечку красивую забрали. И контейнер дополнительный получили. Все шикарно, все идеально, все суперски. Я думаю, что на этой хорошей ноте мы вместе с вами заканчиваем вторую замечательную серию. Еще раз спасибо всем, друзья, за поддержку. Не забываем, что каждые 10 лайков это целый один контейнер, который мы вместе с вами будем открывать в начале следующего видоса. Поэтому поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь, друзья, на канал, если еще вдруг не подписано. Да, если такие есть, подписывайтесь. Нажимайте тоже на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.